Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Илья Ким выиграл первенство России по бадминтону. Баскетбольная Самара проиграла первый раз в этом сезоне в премьер-лиге. Крылья Советов в четвертьфинале Кубка России. Крылья Советов победили Казанский Рубин в 1/8 финала Кубка России и вышли в следующий круг соревнований. Самарцы открыли счет ближе к концу первого тайма, отличился бомбардир команды Сергей Корниленко. Второй гол крылья организовали в начале второго тайма, угловой реализовал Азер Алиев. Рубин смог забить только один мяч. В четвертьфинале Кубка страны самарцы встретятся с московским Спартаком. Баскетбольная Самара споткнулась впервые в этом сезоне в премьер-лиге, а московский фарм-клуб ЦСКА. Игра горожан не сложилась с самого начала, они постоянно были в роли догоняющих. Самарцы сравняли счет только к середине матча – 31-31. Во второй половине армейцы нагружали корзину соперника мячами без особого труда. Финальная сирена зафиксировала победу ЦСКА со счетом 71-61. Самарский спортсмен Илья Ким вернулся из Саратова с победой. Он выиграл первенство России по бадминтону. По ходу соревнований ему покорились Иван Гущин из Казани, москвич Александр Зарихин, Егор Борисов из Ярославля. В финале Илья Ким уверенно переиграл со счетом 21-11 и 21-17 Владислава Добычкина из Воронежа. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!